Ключевым периодом в развитии ребенка является дошкольный возраст, включающий в себя диапазон от 3 до 7 лет. Это очень важное время для становления личности малыша, его эмоционального, интеллектуального и нравственного развития, формирования важнейших для дальнейшей жизни навыков. Дошкольное детство – возраст познавательной активности и развития всех психических процессов, а также личностных новообразований. Психологи подчеркивают исключительную важность этого периода для будущего ребенка и эффективности его школьного обучения. Важную миссию при этом выполняет взрослый, находящийся рядом с малышом. Он помогает познать мир, самого себя и быть счастливым. Игровые программы и методы – самые простые и эффективные для обучения детей. С их помощью можно преподнести ребенку все в простой форме. Главное, как можно более наглядные пособия для работы. Яркие образы в этом возрасте запоминаются гораздо легче. У ребенка пока что работает простая визуальная память. Для этого мы разработали наш комплекс Inclusive. Его можно использовать для работы в дошкольных учреждениях. Помимо этого, его можно использовать для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Работа и игра с множеством разнообразных, интересных, красочных, приятных на ощупь игровых элементов нашего набора вызывает интерес у детей, повышает их познавательную активность. Развивающие игры с нашим набором позволяют проявить самостоятельность, свободу, потренироваться в действиях. Данное пособие позволяет играть и в игровой форме решать разнообразные развивающие коррекционные задачи, а также формировать универсальные предпосылки учебной деятельности, умение работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. Комплекс Inclusive можно использовать как в индивидуальной, так и в групповой работе. При работе в группе у детей развиваются коммуникативные навыки и навыки взаимодействия, которые в дальнейшем помогают ребенку социализироваться в обществе. Также можно одновременно использовать несколько игровых наборов, или все сразу, что приводит к еще большему разнообразию и усложнению решаемых задач, а также способствует развитию креативности у всех участников образовательного процесса. При любой образовательной работе с детьми очень важно эмоциональное благополучие ребенка. Оно должно обязательно включать в себя непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку и к его чувствам и потребностям, поддержку индивидуальности и инициативы детей, создание условий для свободного выбора детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, неселективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности – игровой, исследовательской, проектной, познавательной. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях. Развитие умения детей работать в группе сверстников. Работа и игра с нашим набором приводит к овладению специфическим способом употребления предмета, а затем к переносу действия с одного предмета на другой и из одной ситуации в другую, а в итоге к обобщению действия и возникновению игрового действия. В результате распадается социальная ситуация развития. Возникает предметное отношение к действительности, когда ребенок не только освоил назначение предметов, но и знает их функцию, а также к возникновению личного действия, сознанию «я сам». Все дидактические игрушки сделаны из натуральной древесины и покрыты гипоаллергенной краской. Нет опасных деталей, острых углов, необработанных шероховатых участков. Можно работать с деталями из каждого чемодана отдельно, либо одновременно использовать все детали из разных наборов. Полный комплект набора «Классический» поможет проработать разные навыки. Это известный набор, разработанный ведущими психологами. Данная методика предназначена для детских садов и центров дошкольного образования. Используется в практике дефектологов, логопедов, психологов. Данный набор обеспечивает комплексный подход к развитию ребенка. Это не только получение знаний по разным предметам, умение читать и писать, но и глубокая проработка таких качеств, как внимательность, усидчивость, настойчивость,
логическое мышление. Набор поможет педагогам проводить эффективные индивидуальные и групповые занятия. В комплект входят следующие элементы. Мобильный стеллаж с несколькими отделениями. Он снабжен колесиками, поэтому легко передвигается и поворачивается. Набор из 7 кейсов для разнообразных направлений работы. Доски в количестве 2 штук, выступающие в качестве основы для работ, а также методические рекомендации. С набором работают не только малыши, но и психолог. Занятия проходят в теплой и дружной атмосфере, что позволяет достичь отличных результатов. Кейсы набора предназначены для конкретного типа работы. Каждый из них развивает определенный навык или умение. Можно использовать как один набор, так и одновременно несколько. Набор психолога инклюзив классический включает в себя следующие тематические чемоданы. Модуль номер 1. Конструирование пространства на плоскости. Модуль номер 2. Классификация, упорядочивание элементов. Модуль номер 3. Сортировка, одинаковая и разная. Модуль номер 4. Соотношение пространства и преобразование. Модуль номер 5. Моторика, от каракуль к каллиграфии. Модуль номер 6. От хватания к схватыванию, ловкость. Модуль номер 7. Математика, начальные математические знания. Первый набор. Конструирование пространства на плоскости. С его помощью формируются следующие навыки. Способствует развитию нескольких видов мышления, объемное и пространственное. Ребенок начинает понимать, как расположены предметы по отношению друг к другу, как они движутся на плоскости. Развивается продуктивное воображение и творческое мышление. В процессе решения познавательных задач. Развивает мелкую моторику рук. Помогает развивать игровую деятельность детей в своевременном обществе с активным использованием гаджетов. Это очень важно. Также способствует развитию речи, психических процессов и визуализации, то есть зрительной памяти. Из элементов набора на доске основе можно построить дороги и организовать по ним движение транспорта. При этом развивается ориентировка в пространстве, зрительно-моторная координация. Второй игровой набор – классификация, упорядочивание элементов. Какие формируются навыки? Правильное восприятие формы цветов, сравнение фигур формы цветов, развитие координации, формирование движений обеих рук одновременно, развитие способности к копированию и воспроизведению, развитие представлений о цвете, размере, геометрических формах, о симметрии, о пространственных и математических отношениях. Лево-право, вверх-вниз, больше-меньше и столько же. Благодаря разнообразию деталей у детей развиваются сенсорные способности, умение классифицировать по различным признакам, логические мышления, творческие способности. Третий игровой набор. Сортировка. Одинаковая и разная. Какие формируются навыки? Умение выявлять признаки и классифицировать объекты. Сортировка и сравнение по цвету, размеру и форме. Правильное восприятие формы цветов. Формирование движений обеих рук одновременно. Развитие способности к копированию и воспроизведению. Развитие представления о цвете и размере геометрических формах. О симметрии, о пространственных и математических отношениях. Лево-право, вверх-вниз, больше-меньше, столько же.
Работая с элементами этого набора, дети развивают сенсорные способности, умение классифицировать по различным признакам, конструктивные навыки, мелкую моторику, творческие способности. Четвертый игровой набор – соотношение, пространство и преобразование. Какие формируются навыки? Понятие о сходстве и различии как в плоских, так и пространственных объектах. Формирует логику, аналитическое и творческое мышление. Развивает мелкую моторику рук. Позволяет развить в детях самостоятельность. Стимулирует детей к самообучению. Понятие взаимного расположения трехмерных фигур и пространственные взаимосвязи, способность к ориентированию на плоскости, развитие внимания, мышления, фантазии. Пятый игровой набор – моторика, от каракуль, каллиграфии. Формируются следующие навыки. Используя этот набор, дети приучаются к навыкам письма. Правильно пользуются письменными принадлежностями. Также набор развивает мелкую моторику рук, зрительно-пространственную координацию и ориентировку в пространстве. Внимание, самоконтроль. Из элементов набора на доске основе можно построить дороги и организовать по ним движение транспорта. При этом развивается ориентировка в пространстве и зрительно-моторная координация. Вырабатываются автоматические навыки письма. Это является логическим дополнением набора номер один. Шестой игровой набор – ловкость, от хватания к схватыванию. Формируются следующие навыки. Освоение всех видов хватательных движений, умение выявлять признаки и классифицировать объекты, проработка математических понятий, количество, больше, меньше, одинаково и прочее. Сортировка и сравнение по цвету, размеру и форме. Правильное восприятие формы цветов. Формирование движений обеих рук одновременно. Развитие способности к копированию и воспроизведению. Приучает ребенка к порядку. Формирует логику, аналитическое, творческое мышление. Начальные навыки счета. Этот набор является логическим и более сложным продолжением набора 3. Работая с элементами набора, дети развивают сенсорные способности, умение классифицировать по различным признакам, мелкую моторику, математические и творческие способности. Седьмой игровой набор – математика. Формируются следующие навыки. Приобретение начальных математических знаний, пересчет, сравнение, классификация, определение количества предметов. Изучение цифр, счета, таблицы умножения и простых вычислений. Формируется понятие о числе, множестве, составе числа. Происходит освоение принципов ментальной арифметики.